Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. А, здравствуйте, меня зовут Катя, мне 24 года. Проблема в том, что я никак не могу угомониться. Я иногда как будто создаю ситуации, чтобы пострадать. Минимум раз в неделю у меня истерика. На работе моя коллега вечно сталкивается с проблемами. Я это все слушаю, а потом думаю, что как трудно, но зато не скучно Э, ей живется. И после таких мыслей э, череда неудач преследует меня, пока я не получил свою дозу. Часто в это все вовлекаются мои близкие люди. Бывает, прицеплюсь к мелочи, раздувает скандал. Потом парень просто не успокоится, но я продолжаю. В итоге заводится и он, и начинаются дикие скандалы, провокации со слезами, миссию моей бесконечной агрессии. Все это я осознаю, но не понимаю, как поменять мышление, так что у меня сильный страх близится с человеком, я никому не доверяю и боюсь довериться, не верю, что мужчины могут быть верными и интересоваться только одной девушкой. От этого много холодности в адрес парня, практически не позволяя приблизиться ко мне. Во время агрессии я все крамлю, летят телефоны, вещи, все окон ломает стены, нервная система истощена, входить в психотерапию совсем нет ресурсов. Очень хочу попытаться выбраться из этого сама. Подскажите, как можно решить эту проблему. Недавно делала практику, а, писала письма родителям через все стадии. Это все затянулось у меня на две недели. Было очень много эмоций выплеснуто, особенно злости. Местами было нереально больно и сложно. Но я просто до конца, стало легче, даже дышать лучше стало, но мою тягу к страданиям и агрессии это не убрало. Подскажите, как самой избавиться от этого? Есть какие-то шаги и практики для этого? Нет, самостоятельно вам от этого не избавиться, потому что вы не можете сами себе провести операцию на сердце. Также и здесь самостоятельно это сделать невозможно. Более того, то, что вы говорите о том, что у вас нет ресурсов для психотерапии, это как бы по сути тело оправдание и в общем и целом говорит о том, о том что для вас, видимо, эта ситуация, она в целом э, больше, э, ну, скажем так, да, она больше, эта ситуация для вас, э, так сказать, э, выгодна. Эта ситуация вам выгодна. Вот, эта ситуация для вас выгодна, э, вы получаете от нее, э, ну, от этой ситуации, какую-то вторичную выгоду, и именно из-за этого, из-за того, что вы получаете от этой ситуации какую-то вторичную выгоду, вы говорите, что у вас как бы вот нет ресурсов для того, чтобы в психотерапию входить, потому что а, как раз-таки психотерапия позволит вам реально свою жизнь изменить изменить на самом деле. А вы как бы, ну вот, то, что демонстрируете, да, вы демонстрируете как раз-таки, э, э, ну, такое вот своего, своего рода э, желание э, в этом смысле э, остаться, остаться в этом состоянии. Значит, про что вы говорите? Э, в первую очередь вы говорите про, на мой взгляд, по крайней мере, Отсутствие интереса к собственной жизни. В первую очередь вы говорите про то, что у вас есть достаточно серьезная такая мощная такая потребность во внимании, то есть вы, ну, вот вы достаточно сильно получается нуждаетесь во внимании, вам не хватает, вам не хватает ощущения собственной значимости, и, соответственно, вот а, именно по этой причине вы а, педалируете все эти а, ситуации, а, вот, которые, ну, которые описыва описываете для того, чтобы, ну, чтобы получить вот как раз то, что вам нужно. То есть, по сути, вы сами прямо говорите, что вот, как бы, мне кажется, что жизнь у человека там, ну, грубо говоря, не скучно, а моя жизнь получается скучно, скучно. Вот. То есть, по факту, вы здесь говорите о том, что вам вот как-то скучно получается живется вот и соответственно вы пытаетесь ну вы пытаетесь что-то сделать что вам жилось не скучно вот то есть тут тут вот по большому счету решение проблемы оно в этом смысле Uh, совершенно ну очевидно что вот вы таким образом стараетесь решить свою проблему проблему того что вам uh, скучно проблема того что вам вот, не хватает ну, того что того чего не хватает скажем, скажем так uh, вот а второй момент, да, у вас э, имеет место быть, э, ну, такая вот э, неуверенность в, в себе и э, страх, что вам изменят, страх, что вас э, предадут и так далее. То есть это по факту вот обесценивание себя и ревность и так далее. То есть, то есть тут, э, э, ну, тут ситуация, она достаточно, э, как бы, э, с одной стороны, вроде бы на поверхности, вроде бы на поверхности, вроде бы, но в то же время не все так просто, потому что очевидно, что вы этого, этого не замечают. Следующий момент, это обращение с, с вашими чувствами, то есть как бы на текущий момент вы в своих чувствах, на мой взгляд, разбираетесь очень плохо, вы свои чувства ну, практически, практически, практически не замечаете, да вы их не видите, вы их не ощущаете, говорить о них не умеете, вот. А, чего хотите тоже в этом смысле не а, говорить. Вы себя не слышите. Вот. А, то, что вы себя не слышите, также является достаточно серьезной проблемой. А, следующий важный момент, это то, что вот в целом, как бы глобально, насколько вы удовлетворены или не удовлетворены, в принципе своей жизни. На мой взгляд, ну, как бы в этом смысле я бы вот сделал такое предположение, да, что своей жизнью вы ну недовольны. Вот, что вам ну не очень а, нравится жить вот так, как вы живете. То есть а, ну а, не устраивает, не устраивает вас э, в этом смысле ваша в, ваша жизнь вот и ситуация это в принципе тоже достаточно э, достаточно нормальная да достаточно распространенная эта ситуация вот э, то есть здесь э, дело не столько и не сколько в том чтобы вам как вы говорите, угомониться, э, сколько здесь э, дело именно в том, чтобы вам увидеть, чего вы хотите глобально по, по жизни, да, вот, чтобы вам увидеть э, ваши ценности, э, э, чтобы вам расставить э, вот свои, значит, значит э, ну, ну, приоритеты, вот, и чтобы вам решить, от а чего я вообще хочу как бы дальше вот э, э, с этими, э, ну, приоритетами делать то, что я хочу дальше. Ну, вот. А, и, соответственно, да, э, как бы, ну, исходя из этого, уже двигаться. А сейчас получается, что вас активно влияет достаточно, э, как бы, ну другие люди, которые вас окружают. И в вашей реальности, скорее всего, ну, по-другому невозможно. То есть в вашей реальности э, э, по-другому никак. И, и это тоже достаточно такая серьезная, получается, э, проблематика, потому что... Опять же, опять же, опять же, вы как бы себя как будто бы вот не сл не, не слышите здесь. А, вот. Следующий момент касается ваших э, родителей, конечно, то есть вы говорите о том, что э, ну, у вас, очевидно, были э, с ними какие-то проблемы. проблемы. Ну, вот, у вас, очевидно, были с ними какие-то трудности... трудности. Вот, ну это совершенно очевидно, потому ну, что как вы э, говорите, да, вот у вас у вас много достаточно эмоций, много достаточно злости а на них э, ну, было, было. Вот, соответственно, вряд ли, вряд ли это, э, ну, вряд ли это просто так. То есть вряд ли это злость из ниоткуда. Вот, а, почему а, сложно доверять а, людям, ну, другим людям, да, почему так вот сложно, сложно. А, здесь ситуация доста достаточно простая, потому что вы не доверяете себе, себе. А вот, когда человек не доверяет себя, то есть, по сути, ну, не полагается, да, не опирается на себя, то, конечно откуда в этом э, смысле взяться доверие другим, другим людям. Вот. Ну и на что вы нацелены в отношениях, исходя из э, всего выше перечисленного тоже, э, на мой взгляд, достаточно очевидно. Вы нацелены э, в отношениях на э, компенсацию э, тех аспектов. Э, э, вот, Uh, о которых я сказал. То есть вы нацелены на то, чтобы uh, стараться компенсировать вот эти вот дефициты, которые, которые у вас имеют место быть. И вы будете это делать, вы будете um, компенсировать эти дефициты, собственно говоря, до тех пор, пока они будут существовать. И поскольку очень многих вещей самостоятельно вы не замечаете, это абсолютно нормально, то вам нужна помощь для того, чтобы а, с этим, ну, это подкорректировать. Причем а, такой достаточно важный момент, что а, все это не убирается, то есть у нас нет цели все это убирать, а, у нас есть цель как-то привести это в баланс, структурировать. Вот сейчас у вас это все довольно не не структурировано, к сожалению. Вот, то есть как бы ну я надеюсь, да, что вы, вот, ну, вы это понимаете. Вот а, и соответственно с этим всем с этим всем и нужно работать. Вот а, здесь ключевой ключевой момент заключается в том, что э, как я уже сказал, у вас есть вот э, вторичная выгода от того, э, в какой ситуации вы сейчас находитесь. То есть эта вторичная выгода она как бы имеет место быть. Эта вторичная выгода э, направляет вас. Эта вторичная выгода э, оставляют вас э, в, ну вместе вот как раз э, вместе с э, э, всем тем негативом, который э, ну который э, у вас имеется э, вот и в общем и целом э, ситуация ну, так просто а, не изменится то есть сама, ну, сама, сама, э, сама по себе, да ситуация не изменится. Вот. А, и скорее всего у вас э, будут сопротивления. Вот. А, что бы я порекомендовал э, прямо сейчас сделать, чтобы вы можете что вы можете сделать прямо сейчас. И я бы порекомендовал вам э, в первую очередь, наверное, э, обратить внимание на то, чего вы хотите в, э, момент, ну, в момент ссоры, когда вы вот, э, цепляетесь да, к, там, к близким людям, к, допустим, к мужчинам, ну к мужчине своему вот а, то есть ну как-то вот постараться здесь а, именно вот на это обратить свое внимание то есть а, что конкретно я хочу а, чего я хочу когда вот ну вот это происходит, когда я начинаю цепляться. А, обратите, пожалуйста, внимание. А, а, также на то, а, что а, вы говорите, ну вот про другого человека, то есть вы говорите про женщину. женщину. Вот, то есть вы себя, вероятно, как-то, ну, вот сравниваете с ней, с этой, с этой женщиной вы себя, по-видимому, вот, сравниваете. И, на мой взгляд, это также, также является существенной такой, э, ну, э, трудностью, вот. то есть на это вот тоже хочется, э, чтобы обратить ваше, э, хочется обратить ваше внимание, э, вот, потому что если вы, ну, не будете, не будете, если вы э, замечать, вот, а если вы не будете замечать э, того, когда это происходит, вот. Если вы не будете, если вы не будете замечать а, момента, когда, а, ну, когда это происходит, то есть когда происходит вот такое ваше переключение, скажем так, вот, то ситуация тоже а, в этом смысле сама по себе изменится навряд ли. Навряд ли. Вот. Ну, просто потому как бы, да, а вот, с чего ей меняться? Вот. То есть, э, то есть, здесь э, воп основной вопрос э, вызывает, э, как это ни странно, э, собственно, ваш вопрос. Да, как бы. То есть, э, я хочу угомониться, как <говорите, говорите вы. Но вот, это а, в какой-то степени даже звучит, это даже звучит, а, знаете, ну, не очень хорошо это звучит. То есть, э, угомониться, ну, наверное, человек может только если вот, а, в какой-то степени перестанет жить. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, вам вот в этом, в этом э, смысле, да, э, ну, не нужно э, преследовать, вот, э, по отношению к себе конкретно э, такую цель. Вам э, преследовать цель, э, ну, для начала, вот, поста э, про ну, просто поставить себе цель. Uh, я бы сказал uh, просто, ну, как-то вот, ну, в себе разобраться, да, как-то вот, uh, ну, научиться uh, себя слышать, uh, себя слышать, слушать, uh, вот, uh, и дальше уже как-то uh, смотреть и разбираться uh, с тем, куда бы вы хотели двиг двигаться дальше, right. то есть вот эта э, позиция на мой, на мой взгляд э, скромная, она куда более гуманна по отношению к вам, нежели э, чем вот то, что э, то, что вы предлагаете сейчас, ну, вот, потому что, ну как бы по отношению к вам, это, вот, повторюсь, повторюсь, да, весьма-весьма негуманно. И очень не хотелось бы, чтобы вы такое отношение к себе, ну, продвигали, очень не хотелось бы, чтобы такое отношение к себе культивировали, вот, и так далее. Естественно, у вас не хватает э, определенных эмоциональных состояний. То есть это ну, тоже э, такая вот э, серьезная, я бы сказал, тру трудность, когда э, у меня нет э, ну, определенных эмо эмоциональных состояний, у меня нет возможности почувствовать себя а, ну как-то вот у меня нет возможности себя ощутить а, ну, по-другому и я а, чувствую себя только так как вот я ну, ну, как я могу как я привыкла вот это тоже как мне кажется довольно э, большая э, трагедия э, вот для ну, для э, для человека вот это довольно серьезная беда вот поэтому э, культи культивировать э, вам э, ну ваши чувства да пусть а, необходимо вот это не так а, сложно как, как как кажется это не так сложно вот это требует ну какой-то вот определенный эм, скажем так эм, каких-то определенных усилий это конечно требует вот. Но это не так э, сложно, э, как вам, например, может э, э, сейчас показаться. Опять же, с помощью психолога, да, все это ну, довольно-таки оперативно э, решается с помощью психолога. Uh, все это довольно оперативно, ну, я, я не скажу uh, такое слово, как преодолевается, да, потому что это было бы uh, не совсем корректно, вот. uh, Но решается эта проблема тоже, вот. Просто самостоятельно у вас этого сделать не выйдет, не выйдет никак. И чем больше вы вот думаете в этом направлении, да, то есть как бы, что, ну, что я, что я смогу, ну, с, сама, вот, чем больше вы думаете в этом направлении, тем, конечно, Оттягивайте только, как мне кажется, а, изменения в своей жизни. Вот. Потому что и психотерапия, и, а, собственно, ну, как бы, психологи, вот, не просто так, а, как бы, существуют, вот. И вот субъективный взгляд ваш на себя он ну, ну просто будет мешать он просто будет мешать он просто будет будет вам мешать и не позволять как бы двигаться дальше вот элемент сопротивления у вас опять же в силу агрессии довольно сильный вот. Кстати говоря про агрессию, хочется сказать такой важный момент. Говоря именно про агрессию, хочется сказать, что агрессия это же реакция на какую-то угрозу. Вот, ну, как бы, ну, вот внутреннюю, внутреннюю или внешнюю какую-то угрозу, Если вы реагируете так на угрозу. Агрессия это нормально. Uh, просто дело всего здесь в том, что вы не умеете с ней, uh, с ней справляться. То есть, даже не справляться, а не умеете uh, ее uh, ну, выражать. Вы не умеете с ней обращаться. Вот. И в общем и целом, uh, в общем и целом, это, наверное, uh, ну вот такая uh, одна из... Um, ну это то с чего вы начали по сути, да, то что вы, вы говорили, ну, говорили про агрессию, как бы вот а, говоря ну, про а, говоря про агрессию, конечно, а, ну вот нужно обязательно а, вот было а, сказать вот. Uh, про то, что избавляться от агрессии, чувства такого весьма ну, полезного, да, чувство uh, весьма uh, весьма нужного для, uh, ну, для выживания человека. А, не ну не, не, не стоит. Вот. Вы вы вряд ли будете... Ну, вряд ли вы будете жить лучше. Вот. А я вам с уверенностью могу сказать, что, ну, не, что не будете. Вот. Не будете вы жить лучше. Вот. А жить лучше вы не будете. Вот. Uh, ну, вы не будете uh, как бы чувствовать, да, там uh, вы не будете замечать uh, там uh, агрессию. Uh, вот, может быть, будете uh, как-то, ну, более, не знаю, более удобной uh, для, ну, людей, людей, uh, вот, которые а которые вас окружают да например но это не решит как бы проблема вот. ну в смысле вот вашей проблемы это не решит к сожалению вот вам будет только хуй Поэтому ну вот признать именно именно признать, что э, есть вот то, что э, там, э, ну то, что меня страшит, э, признать, э, что есть то, что э, мне не нравится, признать то, что у меня есть есть э, там ну грубо говоря э, какие-то э, ценности, да что у меня там ну ну, ну может быть может быть а, есть а, там какие-то правила да а, вот которые ну которые я хочу а, ну которые я хочу с, а, с, а, сама там ну, продвигать, продвигать например ну вот это э, честнее, э, честнее, честнее, гораздо честнее, э, чем то, что э, вы пытаетесь, э, ну, сделать э, э, сейчас. Вот. Да и сейчас, ну, сейчас вы себя просто вот... <ган> а в этом смысле как бы даже вы видите по большому, ну, по большому счету. Большому счету. Вот. И весь мой опыт говорит о том, что путь это путь, ведущий, ну, совершенно в никуда. Вот. Решать вам... Решать вам, в принципе, все, что я хотел сказать, я сказал. Вот, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она обязательно пригодится.